ребята, всем привет, меня зовут Даша, и вы попали на мой новый YouTube-канал, который называется Ишковый Влог. Для тех, кто не знает, у меня есть уже такой канал, просто этот канал сейчас находится в планшете и в другом городе. А в другой город я, наверное, поеду не скоро, и я не знаю вот эту вот почту, не знаю пароль от этой почты, в общем... Короче, целая проблема с этим каналом, я решила создать новый влоговый канал, потому что сейчас, скорее всего, влогов будет побольше, да, а то я один влог сняла, и его уже, как бы, это, следующего влога нет уже, как, наверное, 6 месяцев, вот, потому что там нечего было снимать, а здесь я сейчас со всеми встречаюсь, ну, я как бы сейчас со всеми встретилась, но я все равно вам поснимаю, потому что я еще с другими встречусь не один раз. Я еще поеду, наверное, буду покупать канцелярию. В общем, вот. В общем, друзья, здесь будут влоги о моей жизни, о том, как проходит вообще моя жизнь, какие у меня моменты есть, как проходит мое утро. Но я вообще хочу еще такое видео снять и на свой основной канал, на который я ссылочку, кстати, оставлю в описании. Да, видео получается очень-очень короткое. Я хотела только сказать, что здесь будет, и о том, почему я создаю этот канал, хотя у меня есть этот канал. Ну, то есть, я создаю второй влоговый канал, по идее. Вот. Но этот канал уже будет рабочий. Я здесь, скорее всего, буду снимать больше влогов. И, наконец-то, я не буду волноваться, что, как бы, с ним что-то случится, потому что он находится и у меня на телефоне, и просто он под моим контролем. Вот. В общем, друзья, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои влоги о моей жизни. Ну, а я вас целую. Всем пока-пока.